Постановлением акима области во всем Павлодарском Прииртышье полицейские напоминают жителям городов и сел о необходимости погашения задолженности, если у тех имеются штрафы согласно административных производств. С начала текущего года зарегистрировано и обработано 13 402 административных материалов. На 11 248 административных материалов наложен административный штраф на сумму 95 346 159 тенге. Из них по 9783 постановлениям в государственный бюджет поступило 56 509 202 тенге. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано по статьям 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, то есть за распитие алкогольных напитков. Всего 1190 фактов. Если лидером среди правонарушений является распитие спиртных напитков, следующими в этой очереди расположились нарушители 593 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Это водители и пассажиры авто, не пользующиеся ремнями безопасности. Также в их ряду стоят нарушения правил дорожного движения пешеходами, нарушения тишины, а также экибастузцы привлекаются к административной ответственности за курение в общественных местах и загрязнение мест общего пользования. Брошенный окурок в неположенном месте, как и само курение, будет стоить нарушителю 3-месячных расчетных показателя. В денежном эквиваленте это 7215 тенге. Подождите, уважаемый. Что, инспектор, я вам бросил ВЭП? Почему нарушаете? В данный момент бросили окурок на землю. Кодекс Республики об административных нарушениях. Загрязнение места общего пользования. Что вы данному не сделали? Нельзя же так делать. Идя навстречу нарушителям порядка, государство дает возможность сократить сумму штрафа на 50%. Если в течение недели со дня наложения штрафа произвести оплату, то нужно будет оплатить только половину суммы. Ну а если человек не своевременно или же вообще не оплачивает штраф, исполнительные органы отправляют документы в бухгалтерию по месту работы. И у работника сумма штрафа удерживается заработной платой. Кроме того, имеется вероятность наложения обременения на движимое и недвижимое имущество, а также запрет на выезд за пределы страны. Сотрудники правоохранительных органов, обращаясь к горожанам, просят своевременно оплачивать имеющиеся наложенные взыскания. Ведь неоплаченный штраф в 3-месячных расчетных показателя может испортить отпуск, к которому вы готовились весь год.